Боже, какой вы красивый! Это здорово! Представьте, что вы не в нее влюблены, а в меня. Ну, на один раз. Мне 15. Вам 15 с половиной. Мы идем по Минску. Я вам, можно я вас за руку возьму? Господи, читаю стихи. Была жара невыносимая, в крови кипело молоко, а ты сказал, что я красивая. И я поверила. Легко. А мне захотелось приосаниться и ярче подвести глаза. Я поняла, что я красавица. Когда об этом ты сказал, я больше не смогла сутулиться и кушать не смогла. 3 дня. И мы пошли по летней улице, и все глядели на меня. А зной клевал прохожих в темечко и кукарекал петушком. Такая страшненькая девочка. С таким красивым мужиком. Можно я вас обниму? Спасибо. Помнишь, к однокласснице ушел школьной, а потом вернулся и принес шубу. Мне, конечно, милый до сих пор, больно. Но и шубу тоже до сих пор ношу я. А когда с танцоршей загулял пошлый, мне купил машину, чтобы опять вместе. Выходка с танцоршей навсегда в прошлом, а машина вроде ничего. Ездит. В августе бухгалтершу свозил в Канны, хоть ее открыто называл серой. Мне, чтобы извиниться, подарил камни. 3 карата перстень и по 2 серьги. У меня истерика, хожу, плачу. Ежели представлю, как тебе стелят, радует одно, что отписал дачу. Это за рыбалку и за ту стерлить. Не могу привыкнуть к твоему блуду, не заставить саблю положить в ножны. С горя ипотечную взяла суду. Значит, 10 лет еще прощать можно. 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 Коня на скаку остановлю. Я сильная женщина, I love you. Ты был неухоженным, но теперь я стану заботиться о тебе. Коня на скаку, хей, левой рукой. Ты можешь расслабиться, дорогой. Тебе напрягаться не надо вовсе. Расслабься и получи удовольствие. Назначь меня срочно своей спутницей, пока ты серьезно ни с кем не спутался. Ведь ты же беспомощный совершенно. А я твой продюсер и твой священник, твоя секретарша и твой водила. И я тебя практически победила. Твоя стриптизерша и твой банкир, пока не отброшу коньки. Сейчас 2-й куплет. Нужно отойти. Ты можешь мне не подавать пальто и руку при выходе из авто, и шубу не надо дарить соболью.
я сильная женщина. Мне не больно, я твой неотесанный бриллиант. Я твой самый выгодный вариант. Ты просто скажи, что меня заводишь, и я с дамочки ру удалюсь сегодня же. Назначь меня срочно своей спутницей, пока ты серьезно вот ни с кем вот не спутался. Ведь ты же беспомощный, садись совершенно. Я твой продюсер и твой священник, твоя секретарша и твой водила, и я тебя практически убедила. Твоя стриптизерша и твой банкир, пока не отброшу коньки. И бонус-трек. И пусть для победы нужна самая малость сильная женщина. Заем заколебалась. Это подтанцовка плохой стриптизерши. Хоу! Чужая женщина всегда красивее твоей. Ее не портит ни еда, ни зеркало в фойе. Ее стремишься обаять, любить и украшать. Чужая дама не твоя, а значит, хороша. Твоя совсем уже не то и в жизни, и в сети. Ты покупаешь ей пальто, оно не так сидит, нелепо сфоткалось, поет противным голоском. Она твоя, но не твое, не тёлка, а миско. Чужая, вот где красота и грация и стать. Свою попробуй воспитай, своей такой не стать. И жалко для нее теперь и сердце, и руки. Твоя не нравится тебе, но нравится другим. Мята, бессмертник, мох, лютики, белладонна, тьма у меня домов. Да нет у меня дома, утром найду в росе, насобираю в руку, тьма у меня друзей. Да нет у меня друга, зелье кипит уже, зелье подам на ужин, тьма у меня мужей. Да нет у меня мужа, спрячу в ладонь лицо. Страшно, конечно, очень, тьма у меня отцов. А нужен один отче, чтобы сказал: вари, но кинь чесночка зубочек. Тьма у тебя внутри, но я о тебе забочусь. Вы не клялись мне, я не просила. Падали листья в городе синем, карты метали, шулеры клены. Вы улетали юным влюбленным. Думаю, счастье встретилось мне бы, если бы счастье падало с неба. Вы обернулись чуждым и старым, вы не вернулись в полном составе. Кто вас настроил, чей-то голос? Думала стройная, думала молодость, думала можно, думала праздник, раз и подножка, дурочка, навзничь. Горизонтально связь поколений, чем вертикальней, тем параллельней. У шутовского низкая стоимость, разве такого я счастья достойна? Вы не клялись мне, я не просила,
падали листья в городе синем. Помнить обиду, помнить вину ли? Сделаю вид, будто вы не вернулись. Смилуйтесь, Бога ради, только один каприз. Только не умирайте, не умирайте, принц. Сквозь паутину кружев виден рисунок вен. Мы так недавно дружим, может, минуты две. Дьяволы этой битвы пили на брудершафт. Были бы вы убиты, вы б не смогли дышать. Если бы ранил меч вас или язык огня, вы бы смотрели в вечность, посмотрите на меня. Две бесконечных бездны и орел ресниц. Примет вас царь небесный, но не сегодня принц. А умирать не больно тем, кто не одинок. В сердце огонь любовный и ледяной клинок. Вы бы так не взглянули, будучи на коне, словно пчелиный улей, в сердце ударил мне. Все перед смертью вровень, вы мой последний приз. Только не бойтесь крови, это не ваше, принц. Проколола витаминчики. Вся в пупырышках, как жаба. Много поролона в лифчике. Называется пуш-апом. Пряди покупаю пачками. Лучше качество товара. Простыня слегка запачкана. Это след автозагара. Депиляция недолгая, если только ноги, руки. Губы вздуют косметологи, груди сделают хирурги. На виду румянец девственный, тени нанесу навеки. Ой, как же трудно быть естественной. В нашем 21 веке. Даже цветы в траве теперь не того оттеночка. Черная фея бровей ходит к плохим девочкам и соблазняет Маш к уху от переносицы. Это же татуаж, он целых 3 года носится. И девочка бьет тату в модном салоне в Бронницах, чтоб видели за версту, что это идет модница, что делали мастера, и никакой мистики. Все говорят «стирай», но говорят «записники». А черная фея бровей слиняла благополучненько, смеется над жертвой своей и потирает рученьки, ходит в черной фате по звонким апрельским лужицам и забирает тех, кто маму не хочет слушаться. Ай-яй-яй, девчонки! Я сидела около роскошного 5-звездочного отеля. Подъехал роскошный автомобиль Бентли. Голубой, с бежевым кожаным салоном, и из него вышла женщина вся в Шанель. Вот не женщина, а просто облако в Шанель, а впереди губа.
И я сразу поняла, русская. Красота, как пупочная грыжа, прет из женщины, хоть убей. Нашу бабу узнаешь в Париже по накачанной верхней губе. Ни кокошник, ни запах махорки, ни танцующий рядом медведь. Нашу бабу узнаешь в Нью-Йорке по накачанной верхней губе. Бабы русские и белорусские, нелегко нам, роковая на нас печать в деле нефти, газа и силикона. Есть ресурс, значит, надо качать. Значит, надо расправить знамя и достойно нести лицо, чтобы видели, чтобы знали, чтоб боялись, в конце концов, в мире черного капитала, где свирепствует саммертайм, наша баба губу раскатала. И попробуй ее закатай. Соло от Ильи. Ты же такая умничка. Только не уходи. Хочешь, поедем и купим сумочку. Сладкого поедим. Хочешь, отправимся в путешествие к солнышку на восход. Это какое-то сумасшествие, твой от меня уход. Молодость, ты же такая близкая. Близкому не предать. Хочешь, я сделаюсь альпинисткой, двинемся в холода. Хочешь игристого, хочешь крепкого. Выкроим выходной, все, что не клеилось раньше с крепками, соединим в одно. Я же читала про бедных девственниц и про кровавый душ. Может, по-простенькому инъекции, пудра, помада, тушь, может, останешься даже временно, даже на пару лет. Молодость, милая, современная, слышишь? Ответа нет. Ответа нет. Мать, смотри. Уведут его, уведут. Не отпускай гулять, пусть вертится на виду. А то еще встретит какую-нибудь звезду, какую-нибудь начинающую актрису. Тебе скоро 40, и ты уже не фонтан. Молью изъедена девственная фата. Тебя уже тянет к вязанию и котам. А это недобрый признак. Вот помнится раньше, плясала ты на столах, и бармены уверяли, что есть талант, а утром смотрелась блестяще, хотя спала порою не больше часа. Тебе скоро 40, попробуй-ка не доспать. И сразу в лице и фигуре такой распад, что нужно тащить свое тельце в ближайший спа и склеивать эти части, и ехать работать на шпильках и в пиджаке. Не то чтобы не было денежек в кошельке, семью ты не тянешь пока что при мужике. Работаешь за идею, ты хочешь быть личностью, а не следить за ним. И в офисном зеркале ты представляешь нимб и говоришь: я еще покорю Олимп, но прежде я похудею.
еще ты худеешь. Ты кушаешь творожок, твой разум здоровым питанием заражен, тебя мотивируют задницы инстажен с гламурного пьедестала, и ты закупила на сайте сыпучий корм, мешаешь его с диетическим молоком, склоняешь домашних жиры заменить белком, и всех ты уже достала. Реально достала, он так тебе и сказал. И чем-то недобрым светились его глаза. С утра ты работаешь, вечером фитнес-зал. Вот все твои интересы. Ты типа уже вышла замуж и родила, и можно ослабить семейные удела и наконец-то свалить по своим делам, а все остальное бесит. А ей будет 20, ну, максимум 27, пока не разносит на пиве и колбасе. Когда в выходные пожрать и упасть в бассейн, вот главная роль невесты, и ей будут нравиться ребрышки и шашлык. Поскольку диеты по молодости пошли, а все твои постные принципы да пошли, они эти принципы, знаешь, в какое место. Голодный мужик, он, как правило, глух и слеп. Он чувствует запах, он ищет себе ночлег, как утки на патриках, видя в пакете хлеб. Камней уже не боятся. А в ребрышках бес — это тот еще Люцифер. Он возит в субботу ягнят из окрестных ферм и мажется кетчупом, чтоб совершить трансфер из ребрышек прямо в яйца. Вначале, конечно же, будет крутой контраст. Случалось, и бойкие девки с московских трасс нормальных мужчин погружали в глубокий транс. Наивным подобострастием она будет с ним увлеченно смотреть хоккей. И на любое «хочу» говорить «окей». Плясать у бассейна с бутылкой в одном чулке, кивая соседям «здрасте». Она будет пить с ним и трахаться. А потом, потом разжиреет, захочет побольше дом, поскольку она отдала свою девственность не за то, чтоб он на ней экономил. А, слышали эту историю? Просто шок. Любовница сыпала во влагалище порошок. А ты предлагаешь ему обезжиренный творожок. И это смертельный номер. Свет нарочно потушен под покрывалом тьмы. Я усну без подушек между двумя детьми, элементом системы, матерью и детем, словно корни растений, ноги переплетем. Беспокойные ноги у маленьких шалунов. Мой привет одиноким, гуляющим под луной по московским проспектам, по берегам Невы. Мой привет дорассветным, свободным, бескорневым. Я усну крепко-крепко, а вам до утра плясать. Тянут вечную репку актерские голоса. Не люблю расставаний. Вам нужно увидеть мир. Мое место не с вами, а между двумя детьми. Не воспитайте мальчика козлом, зацикленным на сексе и продажах. Пусть даже вы и женщина с веслом, но все-таки вы женщина, мамаша. Ведь каждого злодея, мудака, идущего в припрыжку с сеновала, старушка-мать качала на руках и в розовую жопку
целовала и говорила: «Деточка, ты знай, все женщины хитры и меркантильны. Они колдуют, чтоб пришла весна, и заставляют, чтоб за них платили. Тебе я настираю труселей, борща насыплю в банку от горошка. Ты самый лучший мальчик на земле, твой папочка Гондон, а ты хороший». И деточка, впитавшись с молоком концепцию обиженной мамаши, растет самовлюбленным мудаком, зацикленным на сексе и продажах. А Таня хочет замуж за миллионера, так же, как Оксана, Наташа и Вера. А Катя хочет замуж за Брэда Питта, особенно когда две бутылки распито. А Саша хочет замуж за футболиста, сама она подсушена и мускулиста. Она постит все тиротишные видео, но только у нее ничего не выйдет. А кто выйдет замуж наверняка? Лишь та, что хочет замуж за мудака. Не та, что красивая, умная, цельная, а та, что ставит в жизни реальные цели. А каждая букашка, вот каждая мокрица, каждая принцесса хочет за принца, но это закон испокон веков. Принцессы выходят за мудаков. А у вас от этой песенки дыбом волосы, а у меня, естественно, нету голоса. И это бесконечно тупое видео, но я не собираюсь на Евровидение, а я вообще никуда не собираюсь. А у меня есть штопор и ящик саперави. А кто не знает, саперави — это винчик, а выйти замуж — это инстинчик. Ведь кто выйдет замуж наверняка? Лишь та, что хочет замуж за мудака. Не та, что красивая, умная, дерзкая, цельная, а та, что ставит в жизни реальные цели. А каждая букашка, вот каждая мокрица, каждая принцесса хочет за принца, но это закон испокон веков. Принцессы выходят за мудаков. Я ношу в красивой сумочке маленький набор бойскаута. Зонтик с миленьким рисуночком, купленный с большим дискаунтом. Тюбик с болеутоляющим, фляжку с огненной водицей, полпакета миндаля, еще хоть сегодня в экспедицию. А щипчики, кусачки, ножичек, а спички модные из Дании, а чеков мятеньких немножечко. Разведу костер когда-нибудь. Бутыльки рекламной акции, неплохие ароматики и набор для депиляции в случае большой романтики. А диски с фильмом Бертолуччи и мюзиклом «12 месяцев». Паспорт, визы все получены. Сменное белье имеется. Аудиокурс английского, аудиокурс японского. Если станет кто обыскивать, скажет: техника шпионская. Есть помятая инструкция, две гарантии просроченных. Библия и конституция. Завтра прочитаю срочно их. Есть еще довольно многое разного предназначения. Девушка я одинокая. Я согласна. Я готова к приключениям. Давай посмотрим, как, каким приключениям сейчас, готовы чуть-чуть, девчонки. Я сам согласился на это смотреть. Я иду к тебе, холодильник.
Как любовнику поздно ночью, лишь бы только не разбудили мы с тобой ненасытных прочих. Лопнул образ анорексички, я рискую стать пуританкой, втихаря заплету косички и сосиску макну в сметанку. Все равно уже переспали, значит, баста, раскрепощенка, оближу сексуально палец и сосиску макну в сгущенку. Заведенная до предела, где второй круассан с корицей, ты сегодня имеешь дело с настоящей ночной жрицей. От любви никакой отдачи, только мнительность и тревога. Ты прости меня, спящий мачо, что не стану обложкой, ну, вот этого вашего журнала, вот этого самого популярного, тут в Минске, Вога. В глубокой ночи освещает плед квадрат моего экрана. Я помню, мне было 15 лет, и не было Инстаграма. Не ставили лайков на мой живот, красивый и очень плоский. И был 90 какой-то год, и спирт на разлив в киоске. Паленого спирта текла река, кассетник ругался фоном. Я видела только издалека мобильные телефоны. У хмурых братков и роскошных дам в ботфортах на босу ногу, то были отчаянные года и культовые для многих. Кого-то убили, а кто-то скис. От мака или от водки папаши чинили свои носки, мамаши свои колготки, подростки лечили свои угри и много воображали. А Танька учила меня курить у школы за гаражами. Мы с Танькой не знали о соцсетях, фолловерах или троллях. Мы с Танькой хотели курить в затяг и шибались без контроля. Все было понятно, что жизнь — игра, а Пашка Карманов — гений. И нам показался бы Инстаграм какой-то дурацкой хренью. А Пашка Карманов читал с трудом и тырил в трамваях цацки. На трубах в подвале устроил дом и всех угощал по-царски. Он пел о принцессах до хрипоты, как хочется целовать их. И лезли на песню в подвал коты и грелись на стекловате. И капало с этих горячих труб, и пахло довольно гнусно. И будь у меня хоть какой ютуб, вы б знали его искусство, поскольку на Пашку ходили все, спускаясь во тьму и влажность, и Пашка бы точно тогда не сел за чей-то пустой бумажник. Сегодня в сети всевозможный шлак и много хороших песен. Я Пашку искала, но не нашла. Наверное, мир не тесен. Звенел алюминий Wi-Fi антенн, гудел мировой процессор, вбивала хэштеги, валил контент. Но только не те принцессы, а тех из подвала простыл и след. И это ничуть не странно. Принцессы рулили в 15 лет, в эпоху
без Инстаграма.